Я приветствую вас на канале Банковский. Наша тема – это как же поменять номер, привязанный к банковской карте Тинькофф. Ну, банк Тинькофф – это один из немногих банков, который работает удаленно. Поэтому контактный номер телефона, который привязан к банковской карте, это, наверное, неотъемлемая часть, даже больше, наверное, самого банка, чем ваша, потому что, не имея номер телефона, либо неправильно его, если вы привяжете, либо поменяете, вам не будет приходить смс-оповещение, вас не смогут как-то обезопасить от мошенников, потому что вас не смогут предварительно оповестить, либо как-то заблокировать вашу банковскую карту. Поэтому при любом раскладе, как вы соберетесь поменять номер телефона, будь то там онлайн, там через личный кабинет, там, то есть как-то через оператора, в любом случае все онлайн-действия вас переведут на звонок к оператору Тинькофф, поскольку именно он должен подтвердить изменение вашего номера телефона. Если, к примеру, вы это делаете в приложении, да, то вы там заходите в личный кабинет, нажимаете на три точечки внизу справа, там написано «Еще», и далее на свою иконку. И там у вас будет вкладка «Телефон и имейл». Нажимаете туда, и там вы можете изменить свой номер телефона. Но после того, как вы его измените, вам все равно прозвонит оператор колл-центра для подтверждения вашей личности и подтверждения изменения номера телефона. Поэтому, как бы вы ни собирались его менять самостоятельно, без подтверждения оператора, все равно у вас этого не выйдет. Поэтому проще позвонить по горячей линии, предоставить всю необходимую информацию, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, кодовое слово, и назвать старый номер телефона и затем новый, который хотите установить, и таким образом произвести замену. Тогда это уж будет точно, корректно, правильно, и вы будете уверены, что вам будут приходить смс-сообщения, которые у вас должны быть, и карта ваша будет привязана также и останется к новому номеру телефона без каких-либо ошибок. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Обязательно ставьте лайк, не забывайте подписаться на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я на этом с вами прощаюсь, всем пока!